сцену приглашается заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии правительства России, доверенное лицо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов. Добрый вечер, уважаемые друзья. Давайте еще раз поприветствуем всех тех, кто для вас написан на душе сегодня работа. Это те коллективы, которые в любой точке планеты достойно, велико, красиво всегда представляют Россию. Это коллективы «Березка», «Хурни Пианистова», коллектив Игоря Моисеева, которые сегодня пришли нас поздравить, и всегда-всегда вот вместе с нашим коллективом, а мы вместе с ними, достойно представляем Россию. Спасибо вам огромное. И, конечно, с особым вдохновением хочу представить коллектив, которому я отдал 23 года, и вместе с Алимханом, который 20 лет был в коллективе. Государственный академический, заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».